Всем привет, друзья! Сегодня у нас под восстановление вот такой знак за отличную стрельбу. Согнут. Будем сегодня его чистить, выравнивать и патинировать, дабы привести его в коллекционное состояние. После частичной чистки приступаем к выравниванию самого изделия. Метод чистки я указывал в предыдущем видео. Можете посмотреть.
Вот в итоге наш результат по выравниванию, по чистке. Сейчас немножко еще дочистим и будем патинировать. Немножко дочистив, знак готов к патинированию. Патинировать будем в растворе марганцево-купоросном холодного патинирования. Он дольше патинируется, но при этом не надо печка. Оставляем знак примерно на 4 часа. После того, как мы его достали из раствора для патинирования, даем возможность ему высохнуть, ничего не стирая. И у нас получается вот такой матовый вариант. Теперь мы можем его напитать тем же самым вазелином, дабы улучшить глянец на самом знаке. Намазываем хорошо, лишнее после удалим. И даем примерно до 10 минут впитаться мази. И вот в итоге наш окончательный результат. Все на месте. Патина наложена. Если вам понравилась такая реставрация, подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Будет еще много всего интересного. Всем пока.